Необычный случай произошел в Тюменском зоопарке. Домашняя кошка усыновила детеныша редкой породы обезьян беличьей саймири. От маленького Федора, которому чуть больше недели, отказалась родная мама. Тогда заведующая зоопарком Татьяна Антропова решила провести необычный эксперимент. Самое главное для них – это температура тела. Только температура падает, нарушается пищеварение, и все, детеныш, к сожалению, не может уже адаптироваться. И тут я просто попробовала, думаю, посажу на кошку, примет, не примет. В общем, она как-то вошла в мое положение, сразу же приняла его, стала носить на себе. Они, когда рождаются, они вообще не способны ходить. Они могут только вот ездить на ком-то. То есть это обязательно нужно им прицепиться за маму и висеть на ней. Домашнюю кошку зовут Росинка. Ей 16 лет, и своих детей у нее никогда не было. А тут такой сюрприз. Федор буквально ездит на приемной маме, слезает лишь, когда приходит время обеда. Кормит малыша из пипетки детской молочной смесью. А настоящая мама Федора живет в зоопарке вместе с соседкой, с которой родила одновременно. Сотрудники отказницу оправдывают. Она еще молодая, это ее первый материнский опыт, и, видимо, самочка просто не справилась со стрессом.